Осторожно, экология. Всем привет! Итак, мы начинаем нашу радиотрансляцию с соревнования «Поймай удачу за хвост». Раздельный сбор мусора – это необходимость, а не моя прихоть. Если мы хотим выжить, мы должны научиться перерабатывать все эти отходы, которые оставляем после себя на планете. Это все так сложно, непонятно. Алло? Ой, можно я пойду поиграю? Подождите, но ведь мой аппарат по переработке отходов создаст много новых и полезных вещей. Генка, сделай что-нибудь интересненькое, зови. Мы напоминаем, что по условиям соревнования побеждает тот рыбак, который выложит в сеть фотографии с самой большой рыбой. А вот и первые участники. Малыш, ты же уже вырос. Этот резиновый мусор уже не нужен? Это не мусор, а моя любимая удочка. Кто же станет победителем? Мы ждем вашей фотографии. Вот невезуха. Это мое. Понял, это твое. Такими темпами этот контейнер заполнится через 590 дней. Генка, мне нужна какая-нибудь тара для мусора. Лодка уже не помещается. Мусора? Да, я тебя обниму. Где ты его раздобыл? Итак, мы начинаем финальный отсчет нашей битвы. У вас остался последний шанс выложить фотографию. 10, 9, 8, 4. Смотри, кого я нашел! 3, 2, 1, финиш! И побеждает... дружок Барбоскин! Да! Взялся скат. Я проанализировал розу ветров и карту течений. Он приплыл вместе с мусором с моря, зацепился за ящик. Считай, что мы его спасли. Мой скат вернется обратно? Не думаю. Сенсация. Скат-эколог воспитывает тех, кто мусорит. Инопланетный разум. Гена, ты где? Я его нашел!
Что это тут такое? Это круг на траве. Ничего не напоминает? Да, где-то я такое уже видел. Вспомнил, в вашем с дедушкой журнале была такая картинка. К нам что, инопланетяне прилетели? А вот и следы их пребывания. Ты думаешь, это они оставили? А кто же, по-твоему? Это похоже на деталь от летающей тарелки. А значит, они обязательно за ней вернутся. Готово, будем ждать. Никого тут нет. Так это сон. Инопланетянин. Прям настоящий, дай глянуть. Ой, в скафандре. Ну что там? Руками машет или что у него там вместо рук? Наверное, сигналы кораблю посылает. Какая необычная система передачи послания. Дай мне-то посмотреть. Что-то ищет. Ага, деталь от звездолета. Пусти посмотреть. Ой, мамочки, он трансформируется. Ужас какой! Бррр. Фу ты! Это ж капля на линзу упала. Хотя... исчез. Пришелец исчез. Трансформировался и телепортировался. Пора собирать пресс-конференцию. Пусть весь мир узнает, что мы не одни во Вселенной. Дедушка, как на телевидение позвонить? Срочно! Зачем телевидение? Мы инопланетянина видели! Настоящего! Я знал! Я верил! Скорее ведите меня туда! Он вот так руками махал и ногами дрыгал! И ведь в статьях об этом ни слова! Это ж настоящая сенсация! Вот-вот! А еще он телепортировался! Раз, и его уже нет! Телепортировался! Звучит как музыка! Ёлки-палки. Дедушка, ты не огорчайся, он обязательно вернется, потому что у него деталь от корабля отвалилась. Вот это. Деталь от корабля? Ты что, нам не веришь? Но мы его видели, правда? Как он там ногами дрыгал? Сидите здесь, я быстро. В трубу смотрите, не забывайте. Что это с ним? Ой, смотри, пришелец снова здесь. По кругу бегает и опять руками машет. Кажется, он мне машет. Идет к нам! Давай убежим! Бесполезно, он же телепортироваться умеет. Все, сейчас мы встретимся с инопланетным разумом. Земля не приветствует вас! Ну, привет! Ой, дедушка! Что же вы, родного деда не узнали? А что это было, дедушка? Да вот, решил с физкультурой заняться, а гантель сломалась. А трава примялась, когда ты кругами бегал, значит? А скафандр всего лишь капюшон. У нас в лесу завелся слонопотам. Он на поляне ночевал, так траву помял, ужас. Вы что, мне не верите? Нянька. Все готовы? А где дружок и малыш? Дружок, одного тебя ждем. Ай, как будто без меня грибов не соберут. Дедушка, а можно я останусь? Во, а я за ним присмотрю. Ладно, дружок, остаешься за взрослого. Ура! Мы будем играть в няньку. Ага. Значит так, за территорию участка не выходить. Рядом с теплицей в мяч не играть. На качелях сильно не раскачиваться. Ты же сам это делал.
и со взрослыми не спорить. Давай поиграем. Я занят. У взрослых свои взрослые дела. Но ты же обещал за мной присматривать. Дружок, а ты где? Да здесь я, здесь. Дружок! Ну чего привязался? Дружок! Смотри, что я нарисовал, дружок. Малыш, видал, как у меня получается? Малыш! Ищи меня на спортплощадке. Малыш! Малыш! Встань в центр. Ой! Я уже в сарае. Ну, держись. Ну уж нет, я больше в эти игры не играю. Песочница. Меня два раза не проведешь. Ай! Я больше с тобой не играю. Теплица. Надоело мне. Сам себя ищи. О, скоро же грибники придут. Малыш! Малыш! Теплица. Малыш, выходи! Хватит прикалываться! Выходи! Сейчас дедушка придет, что я ему скажу? Малыш! Малыш, извини, что я с тобой не играл. Выйди, пожалуйста! Малыш! Малыш! И где малыш? А мы это... в прятки! В прятки играем! Только я его найти не могу. Потерял? Малыш! 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 Дедушка, не волнуйся, я уже нашелся. Малыш! Как вы здесь без меня? Все хорошо, дедушка. Мы играли в няньку, дружок вел себя послушно. Даже днем поспал. Сегодня пойдем за черникой. Дедушка, а можно я опять останусь? Кого же мне сегодня с тобой оставить? Чур не меня! Задание на лето. Так, по литературе. Это прочитала? Это записала? Так, краеведение. Показать красоту своего края, местности, где вы живете, увидеть в обыденном прекрасное или необычное. Зарисуйте или сфотографируйте увиденное. Ой, ну какие у нас красоты-то? Ни моря, ни пальм, ни пейзажей нормальных, ни экзотических животных. Фу, одни только назойливые насекомые. Что снимать-то? Огород? Ха, очень необычно. Куст? Ну, прям прекрасный рядом. Любоваться совершенно нечем. А ты у дома экзотику не ищи. Ты в лес ходи, прогуляйся.
места у нас красивые. Да? Да-да, и малыша захвати, познавательно будет. Пойдем, малыш, полюбуемся красотами нашего края. Роза, смотри за малышом, он еще маленький. Ладно. Путешествие, путешествие. Ага, кругосветное. Тропинка, как тропинка. Деревья ничего особенного. Ну что ж нам задали какую-то ерунду? Малыш, ты где? Я тут. Не отставай. А долго мы еще будем идти? Долго, пока не встретим красоты. Зачем? По заданию. Ну ладно. Мне б твои заботы. Ну, и на что тут любоваться? Так, малыш, подожди здесь. Я заберусь повыше и осмотрюсь. Может, увижу что-нибудь необыкновенное. Хорошо. Все как всегда. Один бурьян да лопухи. О, земляничка. Еще, еще. Ух ты, пух ты. Придется тащиться дальше. Пойдем, малыш. Малыш, ты где, малыш? Малыш! Я тут. Малыш! Тут! Это где? Я в зеленом дворце. Здесь изумрудные потолки и высокие колонны уходят прямо в небо. А еще тут сокровища и чудесные угощения. У малыша галлюцинации. А еще тут чудесные существа. Точно! Он провалился в какую-то яму и ударился головой. И трон с золотыми цветами. Что я дедушке скажу? Малыш, отзовись! Что так вопить-то? Здесь я иду, иду. Так, слезами тут не поможешь. Надо малыша искать. Роза, зачем ты ломаешь зеленый дворец? Малыш, иди ко мне. С тобой все в порядке. Где ты ударился? Я чуть с ума не сошла. Со мной все в порядке. Ничем я не ударился. Где ты был? Вон там, в зеленом дворце. Хочешь, я тебе покажу? Ты говорила море, море! Честный обмен. Ты чего так расшумелся? Бесполезно, безнадежно. Через два дня сдавать нормативы по физкультуре. Я стану двоечником. Ха, нашел из-за чего переживать. Пара грамотных тренировок и все. Нормативы в кармане. А вот у меня доклад по географии. Рехнуться можно. Хм, дружок, а давай я пишу доклад, а ты меня хорошенечко тренируешь. Ха, а что? Вполне себе честный обмен. Держи доклад по географии. Ну что, я справился с поставленной задачей? Ха, ловко ты. Ладно, Генка, потом выучу. А теперь твоя очередь. Готов к своему физическому становлению. Тогда 10 кругов по двору. Побежал! 10? Может, начнем с более реалистичной цифры? У тебя, похоже, есть силы на разговоры? 20 кругов!
можно приступить к тренировке. Размялись? Знаешь, двойка по физкультуре — это еще не конец света. Как-нибудь переживу. А как же наш договор? Я же слово дал, что тебя натренирую. Так, я освобождаю тебя от этого обязательства. А доклад по географии считай это подарок на день рождения или на Новый год, как захочешь. Ну уж нет. Дружок свое слово держит до конца. Вот незадача! Похоже, придется попрыгать. Что за глупые шутки, дружок? Развяжи немедленно. А ты попробуй догони. Ну, молоток, Генка, с такими преградами совладал. Что за гадость? Не гадость, а коктейль «Формула спортсмена». Дай сюда. Укроп, чеснок, баклажаны и много-много капусты. Иммунитет знаешь, какой будет? «Формулу спортсмена» даже в олимпийской команде используют. Дружок, я просто хочу сдать физкультуру и пить. Ну, раз так, то за этой чугунной стеной пакет прохладного освежающего молока. Вот это я понимаю, силовая нагрузка. Заслужил, чемпион. Сделаешь еще 3 подхода по 10 раз, а потом увеличим нагрузку. Что? Я тебе сейчас устрою 3 подхода по 10. Еще в списке. Список нормативов по физкультуре, который ты успешно выполнил. Поздравляю, умник, это на 5 с плюсом. Жим сидя, кросс, прыжки в длину. Я сделал все это? Я же говорил, пара грамотных тренировок и готово. Получилось, дружочек, 5 с плюсом. Это нужно отпраздновать. Не время праздновать, Генка. Доклад ты написал, но заучить его мне не по силам. Я пропал. Ха-ха, пара методически грамотных занятий, и ты почти собака Пржевальского. Шучу. Ты спас мою физкультуру, теперь мой долг спасти твою географию. Ведь у нас с тобой честный обмен. Сценическая речь. The Billman Pictures ищет талантливых детей для съемок мюзикла «Красавица и бульдожище». Лиска, ты, я вижу, все о духовной пище думаешь. А ты, я смотрю, все больше о здоровой. Понимаешь, здесь все про меня. Приятная внешность, обаяние, умение петь, танцевать, актерское мастерство. Грызть или не грызть? Вот в чем вопрос. Ха-ха-ха! Гениально! О сценической речи! Там ничего не сказано! О сценической речи? Ты про то, что я букву «Р» не выговариваю? Угу. Да, ты прав. Но сняться в кино — мечта всей моей жизни. Я не переживу отказа. Подумаешь, проблема. Есть специальный врач-логопед. Он тебе мигом буквы исправит. Ничего и не мигом. Там долго заниматься нужно. И к пятнице мы просто не успеем. Хм, слушай. А у меня идея. Ты слова со звуком «Р» заменяй другими, и все дела. Рыбы? Водоплавающие? Ну да, и никто ничего не заподозрит. Давай потренируемся. Я буду режиссером, а ты как будто пришла ко мне роль получать. Ну-с, молодое дарование, представьтесь. Лиза Барбоскина. Ну, Лиза, Барбоскина, буква «Р» заменяй другим словом. Моя фамилия пока неизвестна публике. Хм, неплохо. А кем бы вы хотели стать? Актрисой. Лиза. Я с детства мечтаю сниматься в кино. Отлично. Предлагаю 2 роли на выбор. Прекрасная принцесса или ужасное бульдожище. Кого бы вы хотели сыграть?
Прекрасная буква «Л», принцесса, буква «Л». Да пропади все пропадом! Не стоит так расстраиваться. В методике обучения актера есть множество подходов к этому явлению. Если вжиться в образ, то будешь двигаться, думать и говорить не так, как ты сам, а как твой персонаж. Лиска, представь, ты беспощадная, свирепая тигрица. Не верю, не вжилась. А давайте просто Лизу озвучим. Снимем ее на видео, я за нее текст прочитаю и пошлем дублированный ролик на студию. Лизка всех очарует, ее утвердят на роль. А потом я с логопедом позанимаюсь. Тишина в студии, начали. Баллада о Барбоскиных исполняет автор. Однажды в студенную зимнюю пору я утром проснулась, был сильный мороз. Дружок собирался прогуливать школу, а Генка очками к подушке прирос. Стоп! Запись окончена. Спасибо, сестренка! Круто получилось! А стихи какие смешные! Дружок собирался прогуливать школу, а Генка очками к подушке прирос. В комод от будильника спряталась Роза. Малыш паровозик ломал заводной. Пришлось на уроки бежать по морозу отличнице Лизе в то утро одной. Держи, такой записи ни у кого не будет. Спасибо. Ей наверняка дадут главную роль. Да, прекрасную принцессу. Когда кино увидим? Кино не будет. Я откажусь сниматься. Режиссер приятно поражен вашим умением говорить разными голосами и предлагает роль попугая. Сценарий. Петруша хороший, Петруша хороший. 28 раз. Дружок собирался прогуливать школу, а Генка очками к подушке прирос. В комод от будильника спряталась Роза. Малыш паровозик ломал заводной. Небольшая хитрость. Деда, поздравляю с днем рождения. Поздравляю, ты теперь волк. Какой еще волк? Мы ставим спектакль на день рождения дедушки. Волк и козлята. Ну ты знаешь, он обожает самодеятельность. Мы козлята, Роза коза, а ты волк. Нет, знаю я эти спектакли. В прошлом году в школе выступал. До сих пор заикаюсь. У меня таланта нет. Я все понимаю, но надо. Ради дедушки. Для дедушки это будет самый лучший подарок. Дружок, нам очень нужен волк. Без него никак. Пожалуйста. Я... Ну же! Ну давай! Козлятушки, ребятушки! Козлята! Это, откройте! Я того, пришла! Это бесполезно! У меня никогда не получится! Спокойствие! Слушай внимательно! У дедушки есть машинка эмоций! Он ее сам не раз использовал, когда играл на сцене в молодости. Вот она. Я попросил ее ненадолго для научных исследований. Ну что, поехали? Козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь. Стой, подожди, подожди. Добавим эмоций и будет идеально. Козлятушки, ребятушки, ваша мать пришла! Молока принесла!
Стой! Мы переборщили со страстями. Козлетушки! Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку. Козлятушки, ребятушки. Молодец. Мы живем, не тужим, и все вместе дружим. Где-то бродит страшный волк, он в козлятах знает толк. Ха-ха-ха! Попались! От меня не уйдете! Тук-тук-тук-тук! Козлятушки, ребятушки, отворитеся, отопритеся. Ваша мать пришла, молока принесла. Что делает? Что делает? Ну, дружок, ну, талант. Браво! Браво! Спасибо, внучата! Вы молодцы! Порадовали старика! Спасибо и тебе, дедушка! Я без твоей машинки никогда бы не сыграл! Не понял, а плеер-то мой здесь при чем? Какой еще плеер? Это же машинка эмоций! Дружок, ты сыграл все сам! Когда перестал бояться? Давно известен факт, что страхи блокируют творческую деятельность. Чтобы ты перестал бояться, пришлось прибегнуть к хитрости. Прибегнуть, говоришь? Подойди ближе, дитя мое! У меня такие зубы! У меня такие зубы! Да, все мои внучата очень талантливы. Ночной сеанс. Я хочу сказать тебе что-то очень важное, но ты должна поклясться, что никогда... Ага, у нас тут ночной сеанс, значит. Ну вообще, быстро включи обратно. Не включу, а ну марш кладь, все уже спят давно. Я уже большая и сама разберусь, когда мне спать. Надо будет мамочке рассказать, что ее милая маленькая возочка уже выросла. Я беда, только попробуй. Лиска, ну будь человеком. Этот сериал только ночью показывают. Отдай, не отдам. Полный восторг. Посмотрим, кому завтра больше влетит от мамы. Это была ее любимая фигурка. Не рассказывай маме. Пожалуйста! А фигурку мы склеим. Ты же мне поможешь? Ты же хорошая, а я все, что хочешь, для тебя сделаю. Ну что ж, теперь будешь караулить, пока я смотрю свой сериал, и предупреждать, если кто проснется. Понятно? Мой мир, мой глупый. Ну вот, докатилась. Теперь я соучастница преступления. Побудь, пожалуйста, образцом тишины. Ты обещала караулить, а не бубнить. Я свой сериал не слышу. Да, и все из-за какого-то бредового сериала. Вовсе он не бредовый. Это Люси, она сирота. А Мухтар очень породистый и благородный. Она его любит, бедняжка. Но работает у него служанкой. И ей гордость не позволяет признаться. Представляешь? Я же говорю, бред. Как мне передать, что творится в моем сердце? Если бы она знала, какая буря у меня в душе. Так взял бы сам и сказал, чего мямлить-то? Ты не понимаешь, он боится потерять ее навсегда. Я хочу тебе во всем признаться, но это выше моих сил. Какой глупый пес! Почему он им не скажет правду? Они же страдают! Он, видите ли, не может нарушить клятву, которую дал своей матери. А этот Мухтал тоже хорош. Он же знает, что Люси его любит. И не говори.
Ну, вообще! Ой, как я до этого докатилась! Я так и знала, что тебе понравится. Мне это совсем не нравится. Завтра же во всем признаюсь маме, пока не поздно. Мам, нам надо поговорить. Вот ты считаешь меня хорошим ребенком? Разумеется. Но это совсем не так. Я... У меня вообще самые прекрасные дети в мире. А у тебя есть какие-то сомнения по этому поводу? Да! Нет! Тогда или нет? Что-то я не пойму. Да не переживайте вы так. Никогда не любила эту фигурку. Так о чем ты хотела поговорить? Просто хотела сказать, что очень тебя люблю. Чего такая кислая? Это все от недосыпания. Но ничего, сегодня ляжем пораньше. Больше никаких ночных сеансов. Отстань! Ну ладно тебе, не раскисай. Новые серии про этих твоих Люси с Мухтаром. Их даже по телевизору еще не показывали. Откуда? Ну, кто ищет, тот найдет. Твой сериал, конечно, полная ерунда. Но теперь и я хочу узнать, чем там все дело кончилось. Сестренка, бежим смотреть! Скрепка-лед. Новый рекорд! Ура! Теперь моя очередь. Мы же договорились. Ты будешь играть, когда я проиграю. А я сейчас что сделал? Правильно, выиграл. Ножку подогнула. Вот так, работаем. Пошли теперь у окна тебя пощелкаю. Ух ты, пух ты. А можно я тоже буду фотографом? Не-не-не. Техника очень сложная. Ты еще очень маленький. Повредишь, поломаешь. Иди лучше поиграй со своими паровозиками. О, вот он где. А я думаю, куда он мог подеваться? Спасибо, что нашел. Пожалуйста. Придется играть в паровозики. Какое-то нерациональное использование канцелярских товаров. Что ты делаешь со скрепкой, позволь спросить? Играю в скрепка-лед. Надо попасть в ведерко, но никак не получается. Все потому, что ты действуешь не по науке. Здесь же элементарная физика. Ну, на физику тоже бывает проруха. Ну-ка. Не может быть! Науку не обманешь! Исходя из расстояния, рассчитываем силу пружинного механизма, плюс сопротивление воздуха и... Ну хватит, теперь моя очередь! Малыш, подожди! Я должен попасть в это ведерко! Вот поиграй пока с калькулятором, ты же хотел! О! Вот тут подходящая натура! Красотка на фоне малышовых декораций. Мальчики, вы не могли бы освободить помещение на минутку? Не могли бы. У Гены никак не получается выиграть в скрепка-лед. Нашел над чем голову ломать. Это же так просто. Учитесь, пока я добрая. Так,
сопротивление воздуха. Пока еще никто не попал. Подождите еще раз. Пружинный механизм. Тут неизвестно. Так, вот, поиграй пока. Я должна попасть в это глупое ведерко. Только чу по очереди. Да, ликуй, семья! Новый рекорд! Эй, народ, ваш брат чемпион! Рада за тебя. Только а можно потише? Невозможно сосредоточиться. Ого! Во что это вы такое интересное рубитесь? Скрипка-лед. Кто попадет с крепкой ведерко, тот молодец. Всего-то? Сейчас чемпион покажет класс. Ура! Отдайте мне! Чу, по очереди! Я смотрю по очереди! Я должен проверить! Я стреляю! Дальше! Дайте мне скрепку! Отдайте мне скрепку! Дайте мне! Не балуйся с фотоаппаратом. А где все остальные? Играют. Что за игры такие? 5 раз уже звала ужинать. Мороженка! А можно сейчас его открыть? Нет, сначала гречка с котлетой, а потом мороженое. Мам, а ты когда-нибудь играла в скрипка-лед? Сальма Ганди. Скоро все вернутся, а ужина нет. Так, я мою, а ты чистишь. Лиска, у меня маникюр. Давай ты помоешь, почистишь, а я сварю. А еще я маме расскажу, какая ты ленивая. Давай закажем пиццу. Хороший ужин для всей семьи. Лучший ужин для всей семьи – это Сальма Ганди! Ура! Дедушка пришел! Сам сэр Джеймс Крейг, отважный путешественник и открыватель новых земель, поделился со мной старинным рецептом Сальма Ганди. Сейчас в один счет сварганим! Но мама сказала, что мы будущие хозяйки и должны сами... Не боись! Ни за что не признаюсь родителям, что вам помогал! Так, не то, не то. Видишь, сестренка, и ужин организован, и маникюр цел. Лови! Сальма Ганди – это копченое мясо, перемешанное с вареными яйцами и селедкой. Еще нужны серединки пальмового дерева. Ага, вот и пальмовое дерево. Хе-я! Этого сама Ганди. Бунт на корабле! Сальма Ганди, пища богов. А король этого блюда — картофель. Так, освобождаем картошку от кожуры. Дедушка, ты не волнуйся. Мы освободим картошку. Мы сами, мы умеем. Стоп! Никаких ножей! Вот как чистили картофель вожди племени Аропахо! Толкли его босыми ногами! Смотрите и делайте, как я! Кажется, я перестарался. Зато у нас получилось. Мы ее ногами очистили, как настоящие Арапахо! Ай да молодцы! Теперь приступим к готовке. Ну и мешанина. Мы это будем есть. Нас спасет пицца. Стоять! Куда? Теперь самое главное. Закоптить и посолить. Ой, а у нас соль закончилась вдруг. А давайте я сейчас позвоню, и нам принесут большую и вкусную соль. Стоп! У настоящего моряка всегда есть соль. Хе-хе-хе-хе. Вот она! Кажется, это все-таки порох. Не боись, порох — лучшая приправа для Сальма Ганди.
Не нужно меня благодарить. Лучше накрывайте на стол, пока не остыло. Очень вкусно. Хе, девочки сами готовили. Я им совсем не помогал. Мы не виноваты. Это все... Это старинный рецепт племени Арапахо. Точно, племени Арапахо. Я тоже готовил это блюдо, когда был маленький. И ваш дедушка мне совсем не помогал. Да, тогда вся семья была в восторге. А? О, это я пиццу заказал. На сладкое. Пицца — лучший десерт для Сальмаганди. Хе-хе-хе.